О, это хорошо. Так, 15, а у меня всего 22. В принципе, они долетят, поэтому бьем первыми. И... Да? Ну, я тогда доволен. Вообще доволен. Щит на всех. 56 ифритов бьют первыми драконов, чтобы нанести как можно больше урон. Так, птицы их в легкую убьют. Нет, вот это неожиданно. Вроде 44. Так, ну и что, это мы все заберем. Хотя зачем это нам? Ну, мы заберем все-таки трофей. Так, и что у нас сверху? Тоже надо смотреть. Здесь как будто кто-то Грааль копал. Так, проверим. Минотавров. А, кстати, да. Минотавров, да, надо бы. Ну ладно, пофигу там. Хотя... Ну давай апнем. Тут недалеко бы. А вот они. Хотя не вижу смысла на это отвлекаться. Раз так настаиваешь. У эфритов может иммунитет к огню, но возрождение Ирафи и огонь. Да. Они все равно страдают от магогов. Поэтому я не буду экспериментировать. Так, это что такое? Я просто всех драконов должен убить или что? Ненавидит джинов. Круто. А джин ненавидит ифритов. Взаимная любовь. Забираем. Собираем. Так, и нам вниз. По идее, нам надо просто тех драконов перебить. А их тут осталось... толпа. 52 зеленых дракона. Действительно толпа. Так. Щит. И ждем, он, по идее, не должен долететь. Ну, давайте минотаврами и согрим. Оп. Ну и все, процесс пошел. Почти все минотавры сдохли. А, убьем их всех сами. Да пофиг, убиваем своих же. Просто так, ради прикола. Бум. 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 Они еще живые. Все, минус. Так. И немного золотых драконов. Один. Совсем один дракон. Надеюсь, он последний. Сейчас мы ваншотим. Оп. Все. И поздравляю, выполнить задание. Убив это ужасное чудовище. А то есть собрать это я не могу. Ну ладно, сохраняем. О, мы играем за данж. Гильдия магов, камень глаз или академия, да? Кстати, надо подумать. Глаза берем. Хотя у нас герой маг. Ну ладно. Нам донесли, что боевые корабли Энрота показались около южного побережья Ирафии. Агент Вафоле сообщает, что этот флот не может возглавить Роланд Железный Кулак. Как бы то ни было, наши планы не меняются. Мы начинаем последний этап подземного нашествия и объединяем захваченные участки юго-восточного побережья. Сделав это, мы сможем привести новые силы из Нихана. Тоннели, по которым пройдут войска, уже вырыты. Тактическое превосходство на вашей стороне. О,
Ого, Сипхинаров. Мы обеспечены кристаллами. В принципе, хороший герой. Вот, прям идеально. Ну, банальный интеллект, мудрость. Так как я люблю делать магов, для меня это хорошо. Гильдию магов сразу построим. И получим фуфло. Ну, вот это вот убрать. Волшебной стрелы нет, поэтому... О. Шикарно. Можно, в принципе, так и сделать. Сейчас отдадим все ей. Одного героя в одну сторону. А второго героя в другую сторону. Ну, уже мы наварили 100 троглодитов. Вот так вот. Быстренько. Две лесопилки, офигеть. Так, наймем еще глаз. И все, выходим. Уже можно драться. Да, заставим. Как по мне, вот это самый жесткий замок вообще. Тут и драконы, полностью иммунные к магии, и гарпии, если улучшить имба какая-то. Ну и двое стрелков довольно нормально. Также медузы превращают в камень. Очень полезно. Намем троглодитов, получим колечко. Я хочу сразиться, да. Не важно сколько их там, у меня куча троглодитов. Так. Дойдет ли троглодит до них? Дойдет. Я хотел благословение дать, но если бы он не дошел, было бы проблемно. Тогда вперед. И его тоже пинай. Также, когда мы даем скорость, троглодит ходит первым. Поэтому есть смысл ее давать на тех юнитов, которым, на которых вы делаете акцент. Вот так, правильный. Так, и что, я выйти не могу отсюда? Эти ноги легиона, точнее торс. Нам остался вот этот торс и руки, и у нас была бы статуя легиона. Но так, кстати говоря, ну-ка иди-ка и забирай сундучок, ты у нас главный герой, тебе можно. Так, и получаем интеллект и воздух. Очень люблю собирать все эти магии. Особенно, когда вы станете экспертом, то понемногу. Так, что мы строим? Часовня безмолвия. Обязательно. Уже двое стрелков. Так, Дас Лорд, что? Уходит сюда. Просто Дас. Ну-ка. Так. Башня, замок, оплот. О, кстати. Ангельские перья. Если собрать вот эти... А, здесь этого нет, наверное. Ну ладно, тогда. Можно будет лук снайпера собрать. Можно было бы, но, скорее всего, здесь это нельзя делать. Поэтому не буду раньше времени говорить. Так, две деревяшки и все. Отправим Даса наверх, а сами... А сами построим лабиринт. Обязательно. И сейчас мантикоров. Но нам не хватит серы, чтобы построить драконов. Плюс нужна вторая гильдия магов. Ее мы тоже пока не можем строить. Хотя посмотрим. Так, ну-ка, оп. И ты правильно побежал, так, а ты идешь вниз. Так. Берем золото, берем... Ну, собственно, все, больше ничего брать. Цитадель бы я построил, но у меня камней нет. Тогда давайте сделаем грибные кольца. Так. Так. Ну, будет смысл упереться сейчас в экономику. Поиск пути нет.
Да, будет смысл упереться в экономику и раскачать себе денежный поток. Без него нам потом будет проблемно. Так, ладно, этот отходился. Сейчас отправим кольцом. Нет, ничего не могу, но могу подойти вот сюда, чтобы чуть-чуть открыть. Так, здесь. Все понятно. Отправляем героя сюда. Затянем, что тут, а тут проход закрыт. Так, шестой день цитадели кузница. Хотя, если у вас есть 5 деревяшек, и вы думаете, что построить, лучше стройте рынок. В любом случае, рынок вам даст возможность, если что, наменять еще деревяшек. Чего мне не предоставит кузница. Ставим рынок. Хотя заценим героев, людей. Вей нам не нужен. Так, пропускаем день. Так, мы получили донесение, отлично. Там мужики везде. Заходим. Муниципалитет. Сейчас первым делом апнем гарпий. И пойдем воевать. Все-таки капнем гарпий и пойдем воевать. Гарпий, им бы их надо сразу лапать. Так, хорошая армия такая. Нападаем и... Так, заставлять их не хочу. С ними только проблемы будут одни. Плюс они иногда... чуть-чуть вперед идут, то есть на пару клеточек, а потом ходят два раза, и все. Причем это только у компьютера получается. Так, улучшим глаз. Угу, все, бежим дальше. Тут глаза, пара десятков созерцателей. Можно и осилить скорость на троглодитов и поехали. Так. Не брать волшебство магу, а мага как так? Ну вот так как бы. Я предпочитаю волшебству интеллект. Намного приятней почаще делать заклинания, чем их использовать чуть сильнее, но реже. Но в принципе, да, интеллект нужная штука. Волшебство можно и взять. Так. Подпускаем поближе, ну и расстреливаем. Хотя нет, не буду ничего давать. Попробуем ваншотнуть. Так. Отлично, запинали привидений, получаем крылья. Отдаем. Крылья нам хорошо поднимают и знания, и силу заклинаний. Бежим в замок, улучшим пока что... Кстати, шестой день, цитадель. Так, на замок нам не хватит, поэтому... Подбежим и построим хотя бы Академию. И Вихрь Маны. Так, а сейчас Академия, на следующий день Вихрь Маны. И все будет хорошо. Так, заходишь. Апаешься. Получаешь Вихрь. Или Вихрем. Как тебе больше нравится. Так, апаем глаза, добавляем и думаем, нужны ли нам с собой сейчас медузы. Они не улучшены и их очень мало. Поэтому мы улучшаем, гильдию магов делаем. Получаем молнию, хоть что-то нападающее есть. Возьмем глаз и медуз, наверное, оставим.
не хочу их терять. Тут еще глаза, идемте на них. Троглодитов возьмем. И пойдем. Жалко, что они не присоединяются. Было бы забавно иметь огромную армию глаз. Так, давайте пока не будем тратиться. А то мы так без денег и останемся. Все-таки это компания, и тут подачек никаких нету. Особых. Так. Замок. Потом накопим на Капитолий. Так как на драконов нам пока не хватит вообще никак. Будем копить на то, что есть. Итак. Можно ускорить гарпий. Довольно полезное для них это заклинание. И расстреливать его. Гарпи опять будут ходить первыми. Поэтому вырубаем. Что можем, и расстреливаем троглодитов. По чуть-чуть. Ослабляем его. Сейчас еще одного троглодита потеряем. Так, хоп. И все, добиваем. Ну ничего страшного, один троглодит это не страшно. Так, форт, рынок, академия. А почему нет? Так, тут, по-моему, даже префектуры нет, да. Идем ушатывать троглодитов, берем. Почему нет? Ошейничек полезен нам. Так, сразу, кто тут самый ближний? Дас. Дас бежит в подземный переход. А ты идешь сюда нанимать глаз. Вот у тебя такое задание. Кстати говоря, надо все это подчистить будет. Так, у каждого свои дела. У каждого свое задание. Так, строим префектуру. Отлично. Так, что тут? Тут многочисленные медузы. Нападем. Опять же, улучшаем гарпий, ускоряем. Плюс нет смысла брать волшебство, потому что оно стопит появление магии воздуха и так далее. Небольшая тут есть табличка. Ну, относительно небольшая. Там сказано, что после чего может выйти. Так что волшебство, если я возьму, только в последнюю очередь. Так, ладно. Добиваем двух и колем одну. Все. Отлично. Мне бы магию воздуха экспертную. Чтобы на всех ускорения и пошел. Так, воздух, вода. Остался огонь, земля. Так, 30 монеток я ничего построить не могу. Денег у меня нету. Давайте рынок сделаем. Рынок очень хорошая вещь. Так, я, кстати, могу или нет улучшить? Ну-ка, зайди сюда. Подожди тут. Один день ждем. А, нет, стоп. У каждого свои задания. Не забываем про них. Ну вот, все шикарно. Там архангелы что-то защищают. Так, иди сюда. И... это что? Кап. Ой. Часики и уходим. Часы были бы очень кстати, если бы мы играли за нежить, но... А, тут нельзя ничего улучшить. Чалька. Ладно. Удваиваем количество маны.
получаем троглодитов. Все-таки немного пользы от этого замка мы получили. Так, нанять мы сейчас их не можем, поэтому будешь стоять там. А я тут скорпикоры, пара десятков. Ну, на них я, естественно, сейчас не пойду, поэтому оббежим все, что есть. А за скорпикорами ничего не видно. Так, все, ничего не делаем, копим на Капитолий. Условия у нас не очень хорошие, поэтому будем выживать как можем. Так, и... Ага. Так, да, иди сюда. Ты мне поможешь. Мораль у тебя и так плохая, а мне терять свою не хочется еще дальше. Так. Так. Можно не терять день и наменять дерево, например. Так вот. Все, у нас есть Капитолий. Там сейчас построим муниципалитет, и процесс пойдет. Так, что тут? Щит. Пара десятков глаз, нападем. Нет, не хотим. Да, я беру щит. Кстати, у нас уже... А что не так? А, денег нет. Ну ладно. Что тут лежит? Тут мантия. Отдаем. Забираем. Стоп. До глубины души там кто-то огорчился, ну и фиг с ним. Не, все хорошо, мы сможем построить. Забираем щит. Идем, забираем еще один данжен. И что это? Это все, что у них есть. Так, ждем гарпию, ждем. Глазами и троглодитами пропускаем. Все. Огонь, беспощадный огонь. Академия. Лишний опыт лишним не бывает. Дипломатия всегда дает магию воздуха. Она у меня и так есть. Нужна ли мне дипломатия? Сейчас. В принципе, тут очень много глаз, поэтому берем. И так как это компания, скорее всего, очень часто будут попадаться монстры из моего замка. Поэтому имеет смысл брать. Стрельба. Так. Вот здесь муниципалитет. Кстати, стоп. Не, муниципалитет построю сначала. А здесь найму гарпии, они улучшенные. 5 гарпий лишними не будут. Так, это убираем, это... Так, ну ладно. Троглодиты не хотят сюда. Этот все ждет момента, чтобы наняться. Это если вы смотрели фильм «Оз. Великий ужасный». Ой, блин, тетива. В общем, тетива. Вот эти ангельские перья и лук из вишневого дерева дают вам лук снайпером. Жалко, что на этот раз я не могу взять из-за вот этого товарища. Ну ладно. Так, бери. Логистика и бегай теперь. Все. Так, здесь построим префектуру. Так, а здесь мы что делаем? Портал вызова. Возможно, глаз сейчас дадут. Нет, троглодиты, ну тоже хорошо. Лишние юниты лишними не будут. 7-й день. Даст лорд, по-моему, сейчас уже... А, вот иди наверх. А мы получим камешек. И лагерь. Тут построим гильдию магов. Кстати, надо бы ее посетить. Возможно, тут волшебная стрела. Да, волшебная стрела есть, снятие заклинания есть. Шикарно. Так, наймем глаз. Отходим. Ну, ждем, пока наш герой вернется в этот замок и получит стрелу. Промеж ребер и
перестанет думать о том, что надо кого-то убить. Так, а если серьезно, то что это такое? Так, еще что? Мы давайте построим форт, загон. Рынок построим. Мана и так удвоена, и дальше удвояться она не будет. Изучаем. Все, нанимаем. Гарпии довольно сильно. Опять грамотность. Грамотность я бы вообще убрал. Зачем она нужна? Хотя, на любителя. Так, надо все это собрать, пока можно. Но пока что мы занимаемся строительством кузницы. Так, у нас 13 тысяч, две постройки мы сделаем. Одну, ну две, значит. Здесь нам уже она не... А, есть, вот. Вот они, две построечки. Сера теперь будет прибывать. Все, что надо, мы получим. Нападем на вампиров. Этих убьем первыми. Если сможем. Давай. Бегом. Гарпии вообще имба. Они подходят, бьют, им не отвечают. Они еще и обратно улетают. То есть, беспалевный такой юнит. Ускорить бы троглодитов, честно говоря. Вот взять и ускорить. Чтобы они нападали на... Они нападут только на этого и получат сейчас по щам от тех, которых 14. Я не хочу терять глаз, поэтому поставлю троглодитов. Продвинуть. Не хотите драться, заставлять тоже не буду. Забежим в замок. Так, да, тут все. А тут... Сейчас пока можем, изучаем подземелье, а вот еще замок. Мы рядом? Мы рядом. Есть смысл забрать. Так, что тут? Муниципалитет. Следующая постройка будет... Хранилище ресурсов. Блин. Сюда добежать 2 дня, а тут... А пофиг, давайте добежим сначала. Все-таки главное здание. Так, улучшим медуз. Армия должна быть чуть больше, чем сейчас у нас есть, поэтому любое вливание в нее это польза. День 4. Кстати, мы нашим товарищам... Нет. А, так вот, я о чем говорил-то. Если вы смотрели «Ос великий ужасный», там был гном один, который все время лез со своей трубой и должен был как бы оповестить об этом. Но он всегда трубил не вовремя, и все его затыкали. Он постоянно обижался на них за это. Вот этот примерно такой же товарищ. Так, возьмем баллисту. 5-й день. Так и быть, проведем все эти дни у себя в замке. Ничего мы не потеряем, только найдем. Так, вот плюс, надо сбрать. Получаем антикоров. Ну и наймемся на следующую неделю. И после этого пойдем безобразничать. Улучшаем загон. Торговец артефактов тоже крайне полезен. Но как повезет. Если повезет, то хорошо. Не повезет, там будет шлак. Причем за большие деньги. Первым делом наймем стрелков, потому что на них у нас все держится. Так, Даслорд. Выходим сюда. Здесь тоже ничего нету, поэтому придется уходить обратно. Так, здесь я могу пройти хоть куда-то? Нет, а здесь? Нет, тут? Нет. Все, ты ждешь.